Всех приветствую, друзья. Сегодня у нас будет очередная сводка рынка. Посмотрим, как у нас дела обстоят на паре биткоин-доллар, на эфириум-доллар и на XRP-доллар. Посмотрим, какие у нас ближайшие прогнозы по движению цен. Стоит нам заходить в лонг, в шорт и вообще, как нам сейчас торговать. И давайте начинать. Переходим на график. На дневной таймфрейм видим, что биткоин, это пара биткоин-доллар. Биткоин хорошо отрос за последнюю неделю. Да? Мы с буквально 19 тысяч поднимались до 21, это очень хороший рост. И переходя на более конкретный 4-часовой таймфрейм, мы видим, что здесь у нас сформировалась сильная зона на уровне 20 тысяч долларов. То есть, как она проявлялась? Сначала мы много раз в нее долбились, раз, два, три. Потом мы ее смогли преодолеть, вот в этом месте. После чего была проверка, зона поддержки, наоборот, зона сопротивления стала зоной поддержки. И мы отскочили вверх. Казалось бы, на этом моменте мы должны были лететь вверх и делать to the moon, как бы. Но, опять-таки, не стоит забывать, что у нас все-таки царит медвежье настроение на рынке. И вот это вот сильное падение последние полгода не может не сказаться на этом. То есть, все равно, несмотря на то, что мы как бы проверили уровень, это не дало нам сильного роста. Потому что, опять-таки, движение на рынке медвежье, то есть, такое достаточно непозитивное. Вот. Какие сейчас мы видим расклады событий? Я возьму маркер. Мы видим, что этот уровень 20 тысяч, он до сих пор является сильным уровнем поддержки, потому что мы его проверили вот в этом месте, и поэтому это все еще поддержка. Для чего я обвел этот кружочек? Для того, чтобы показать вам, что сейчас, скорее всего, ну, очень многовероятно, мы придем к этому уровню обратно вниз, к 20 тысячам, и вот в этом как раз-таки кружке у нас будет кульминация, полная кульминация. Первый вариант, так сказать, не супер многовероятен, то, что мы отскочим от этого уровня и пойдем наверх, да. Дальше мы можем рассматривать либо движение вот в этом диапазоне, да, либо выход наверх, но это прямо должно случиться что-то невероятное, так скажу вам. Второй вариант более реальный, более в тот, который я верю и в котором вижу перспективу. Давайте еще раз удалю эти рисунки. После того, как мы дойдем до уровня 20 тысяч, вот в этом моменте мы его пробиваем и уходим вниз, вниз, вплоть до вот этого вот уровня сильного поддержки. То есть до уровня 18,5 тысяч, 18700. Да? И от него на глобальном таймфрейме, опять перейдем на дневной, от него уже мы можем рассматривать действительно какой-то сильный отскок, после чего поход вверх и преодоление вот этой вот границы в 21 тысячу в дальнейшем ростом. Но это уже после того, как мы сходим на вот это вот значение 18700. Это такой очень значимый уровень поддержки. Давайте посмотрим, что у нас по другим парам, по эфириуму у нас, в принципе, ситуация также. Ну, то есть вы должны понимать, что эфириум и XRP, они все-таки зависят от биткоина и ходят за биткоином. Ситуация та же, то есть вот тот же уровень, который на биткоине, это было 20 тысяч, здесь это 15,70. То есть мы видим, опять-таки, цена сначала не смогла пробить уровень, потом пробила, подтвердила и опять откатилась. Но, кстати, если вы заметили, на эфириуме мы уже преодолели этот уровень и ушли вниз. А это увеличивает шансы того, что мы не выйдем наверх, а пойдем скатываться вниз. На эфириуме это уровень 12.70, то есть на эфириуме мы можем дойти до 12.70, и после чего уже рассматривать какую-то отработку здесь, с дальнейшим выходом на большие вершины. По XRP точно такая же ситуация, то есть вот наш глобальный минимум, да, 31.30, то есть также мы рассматриваем поход к нему. После чего сильный закуп, давайте я покажу, на закупе мы ставим стоп-лосс здесь, понятно, за экстриум, то есть я его сейчас даже другим цветом обведу, да, синим. Здесь стоп-лосс, тейк-профит, разбиваем так, что первый тейк-профит здесь, второй тейк-профит здесь, сильный уровень, также сопротивление, третий здесь. Так разбиваем, плюс оставляем часть позиции на дальнейший рост. Давайте разберем по биткоину, как мы закупаемся в случае того, что он уйдет вниз, то есть опять-таки, я буду держать вас в курсе и снимать ролик, если это произойдет. Это, скорее всего, произойдет. В любом случае, вы увидите ролик, если это произойдет или нет. Но давайте обозначим. То есть, если мы на биткоине спускаемся к этому уровню, да, 18700, стоп-лосс у нас ставится где? Правильно. На уровне 18 ровно. Можно даже вот так вот чуть-чуть тащить его, да, на 18 тысячах. Первый тейк у нас ставится на уровне 19570.
второй тейк ставится на уровне, блин, это плохо видно уровень, но на уровне 20250. Третий тейк мы дотягиваем до уровня 21000, и дальше какую-нибудь 10-15% позиций мы держим уже с расчетом на то, что мы улетим вверх. Ну, то есть просто такой, как бы, а вдруг фортанет. На этом все, друзья. Спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наше телеграм-сообщество. Там супер много информации по крипте, разные сводки ежедневные, много полезной информации также про новостной фронт криптовалют. Так что будьте на связи. Всем пока, удачи.